В этом видеоролике я взял своих модераторов, модераторов казашки и саму казашку, и новую карту Rust. Вышла обнова 0.30. Во-первых, напишите, как она вам, да? Во-вторых, вы тоже можете поучаствовать в таком видеоролике. 5000 лайков, сразу лайкосик сходу ставь, потому что многие лайки почему-то забывают ставить. Подписывайся на канал, давайте уже добьем 900 тысяч, потому что если мы добьем 900 тысяч, то будет раздача голдпассов и промокодов, и голды, потому что стримим 24 часа. Боже мой! Короче, лайк, подписка, 5000 лайков! Беру рандомных пятерых подписчиков из комментариев, беру в такой же ролик и также буду прятать вам скины. А за то, что вы их находите, голда или голдпассы, будете зарабатывать. Все, всем приятного аппетита, приятного просмотра, погнали. Ну, здравствуйте! Так, значит, смотрите, что я вас собрал в ролике. Здесь есть модераторы мои, есть модераторы казашки, сама казашка, мафиозник. Я началась, Керри, трату тебя, балдуй. У нас вышло обнова 0.30. Что значит я придумал? Карта Rust. Вы сейчас оставайтесь полностью все на плинту, где вы сейчас находитесь. Короче, карта Rust, и я предлагаю какую тему. Я буду прятать скины, и тот, кто из вас первый найдет этот скин, получает от меня голду. Сколько? Я запутался. Сколько? Сколько хотите? 10 000. В смысле 10 тысяч? Так, все к машине, подошли к машине. Ты мне свой глок тычешь, придурок! На, минус чел просто. Он не будет в этом раунде искать. Объясняю почему. Потому что кто мне сует, мне под нос свои глоки, будет сразу истреблен. Ты тоже сейчас скажешь. Нет, давайте мы нормальный раунд начнем, потому что этот, потому что... Нет, давай без стрима. Да, ну, охренела, Лёва! Стойте, значит, там на базе, я пошел прятать. Короче, кто первый находит, давайте в первом раунде косарь голды, нормально? Или много? Привет, подписчики, кстати, да. Да. Короче, нас трое. Я вот три женщины, потому что... А нам клоки! За что? Потому что мне клоки тычут! Это что такое? Кто будет мне тыкать клоками в лицо? Я не тычу. А, у нас минус женщина. А это кто? Это мужчина? Виктория, я считаю, что его нужно истребить. Так, я считаю, что мне нужно найти, куда от вас этот скин, что-то я пока не могу найти. Он еще не понимает, что мы вдвоем будем искать, чего мы это что? А вас что, двое? Все нормально у вас вообще, нет? Да, мы теперь вдвоем все отлично. Еще раз кто-то мне клоком тыкнет, будет истреблен. Слушай, я думаю, это какие-то читы. Алло, ребят. А почему все остальные молчат? Типа, вы позволяете им над вами так издеваться? О, серьезно? Их плюс чат. Они терпимые. Я их предлагаю от это забанить. Бан. Я вас сейчас отрабатываю. Оценить. Ну, чек, не слышишь? Леш, давай быстрее прячь, мы получим голду. Все, Леша, фигарих. Смотри, вы можете найти ровно в 7 минут идти искать. Я спрятал, да. Кто умер, тот и говорит, как в мафии все. А, вы выключаете, слышь, что? Вот эта же фигня подсвечивается, где скин лежит. Вот эту штуку выключаете? Ага, фига себе. Ну, не, серьезно, да, потому что будет немножко нечестно, вы мимо пробежите, а у вас подсветится. Я выключу. А вот так нечестно, у меня тарек-то включен, что я выключу. Может, они там вообще это, того самого? А я зарекаю. Клянусь, своей модератор мод... Ананас своей конфеткой, клянусь, скажи. Все, время пошло, давай, бегом, гоу. Сколько времени? Я теперь не знаю, сколько времени, у меня все отключено. Так, Лёха пришел оттуда, я пойду туда. А какой скин ты спрятал? Юсп Генезис. Я его получу? Да нет, конечно, ты получишь 1000 голды, какой игр. Сразу, как я его получу, как ты. Не, просто новая карта, нычек очень много. Будем сейчас пылесосить скины. А что делать, если я сам забыл, куда я его спрятал? Реально пылесос пробило. В смысле, ты не помнишь, куда ты спрятал? А, все, вспомнил, да, вот здесь. Куда? Где? Кто где? Если он за эту кинул. Не, за карту я не кинул, я проверял. Это пока первый. Ты еще и проверял, это как это возможно вообще? Но у меня-то высокие прыжки стоят, у вас-то нет. Ой, вот это местечко, конечно, чувалочки. Это кто? О, это Вуксвилл. Ага. Так, ты нам должен говорить, что нам по времени, потому что у меня полностью отключен. Ну, пока у вас еще есть время. Вот зачем вы убили троих? Вы понимаете, что вы пожадничали? Вы только сейчас время выйдет, и вообще никто из вас ничего не найдет. Пожадничали? Они мне тыкали клок. Виктория?
Нарем, как Луксвилл, моя любимая модерша, просто великолепная женщина. Опа, Нарек было сказано. Заступилась за меня, понимаете? И так будет с каждым, кто мне будет тыкать кулаки. Это что такое вообще? Давайте так, я вам сужу немножко круг поиска, это на планету А. А где планета А? О, нашла. Здесь? Нашла. Ну все. Покажите хотя бы, где мне просто интересно. Ну иди сюда, на план беги сюда, я здесь на планету. Вот он был вот здесь вот на коробке. Вот здесь на коробке лежит. Ёб твою метель. Бывает. Так, получается, мы записываем 1000 голды первого Вуксвилл. 1000 голды! Вот так вот. Так что погнали к следующему раунду. Так, вы остаетесь на планету. Там же, где вы были. То есть вы там пока остаетесь, я побежал, получается, его ныкать. Еще раз. Вы понимаете, что я пощады не будет. Пощады не будет. Вы теперь без никнеймов. Я теперь не буду отвечать. Офигевшая балдыка. Что ты сказал? Я его сейчас. Кто-то в углу говорит, да? Я же сейчас ты. Нет. Так, у меня собственный видеоролик. Пытаюсь найти Клима. Режу всех просто в шедевр стендов. Но это Воксил, скорее всего, сам делать крутым. Да, так, вот это так. Это на роликах подняла, кстати. Почему не могу спрятать туда, куда я хочу? Блин, тут на самом деле не так уж и прям много мест, где можно спрятать. То есть, если что. Мне точно нужна голда. Вообще, как выпросить несут? Так, я в принципе, сейчас к вам приду. Давайте, у вас 20 секунд. Стоп, подожди, стоп. Так как вас пятеро, ровно на 8 минут вы бежите искать и до 5 минут. То есть у вас будет 3 минуты. Скажи, у меня время-то не написано. А я сейчас узнаю, кого время написано, тут пойдет. Мы сейчас узнаем. А уже время пошло, алло, уже 3 секунды как пошло. А что ты спрятался? Юсп снова? Глок рельки. Ну у меня что в руке было, я то и спрятал. Если вы найдете его, это я... тебе его искать нельзя. Да? Почему нельзя? Можно искать? Вот самое будет смешное, если в итоге я его и найду. Да. Если ты глок найдешь сюда, это будет очень смешно. А что ты нашел? О, я нашел. Леха, кусты фиговая нычка. Я их чекаю. Почему фиговая? Я их чекаю сразу. Он так идеально был в кустах спрятан, что я думал, ну, кто там найдет. А где? На каком планту? Короче, он был на каком планту? Я же говорю, читаю, Лех, вот, он вот так вот лежал, я кусты прочекиваю, потому что это самая читаемая нычка. Блин, где Клим? Где этот засранец? Это ой, нет, это... Где Клим? Ну-ка, глок, покажи. Бежать! Где Глачар? Это вонючая просто, истребить! Так, Клим, получается, тоже косарь голды заработал? Да ну нафиг, я в этом ролике разорюсь просто. Реально. Надо что-нибудь от вас такого поимбовее спрятать, то, чтобы вот было бы тяжело найти. О, я придумал, это будет, наверное, скорее всего, граната. Какая а граната? Какая граната, алло? А что, вам гранату не найти, что ли? Кулаки, понюхай. Нет. Стойте там. Я же сейчас чекану и не пожалею, понятно? Вика, оцени калаш. Я бамбу не рассматривала. Где? Красивый калашик, 10 из 10. Ой, ну это вообще прям дорого, богат, с коронами, ёк-макарёк. Там что-то скины, да, рассматриваете? У меня свой ролик. Да. Просто какие разные вкусы, у кого-то золотой, у кого-то красный, у кого-то серо-буро-малиновый, ёк-макарёк. Цыганский. О, у кого-то сколиоз, судя по беретам, я поняла. Я просто взял их на первый раунд, чё. Вау, я не смотрела пачку, ёшкин свет, это же новая пачка. Пачка растолстела. Все нормально. 500 там тротила. Все хорошо у вас, ребят. Так, ну я вам предлагаю уже начинать идти искать гранату. Бежали. Окей, пошел. Да, я спрятал гранату. Надо все самые нычки, куда можно что-то закинуть. Ну я ее закинул жестко. Жестко? Да, это жестко. Во-во-во, братишка, пока ты смотришь этот ролик, хочу тебе рассказать про наш любимый сайт GG Standoff. Сейчас на сайте идет ивент «Викинги против драконов» или «Викинги с драконами», неважно. За каждое зачисление, которое ты делаешь на GG Standoff, тебе падает драконы, которые ты можешь поменять на яички. Отправляй дракона в полет за сокровищами, и чем дальше он пролетит, тем дороже и круче скин ты можешь себе выбить. Но, кстати, чтобы выбить что-то топовое, не обязательно много донатить, ведь на GG Standoff есть кейсики по 9 рублей. И по секрету вам скажу, в честь обновы Фансан они добавили в кейс Наймелис фрагмент. И, ребята, самое крутое, что мне нравится, на GG Standoff есть батл кейсов. Ты можешь брать своих друзей, устраивать батл, и один из вас заберет весь куш из всех кейсов. И также, дамы и господа, для вас я попросил промокод
на 20% к зачислению. И в закрепленном комментарии для вас лежит халява, а это именно бесплатный промокод на кейс. Не забывай, лети, быстрей забирай эту имбулечку. Ага, значит где-то высоко закинул. Где-то да. Если что, это флешка. Это кран-то просто флешка. Да ну ты мышь, ее вообще трудно найти. Почему ее трудно найти? Я куда-нибудь в баню нашел. Самое прикольное в этом ролике то, что ее подобрала почему-то Муська, но и молчит. Я не понял. А, да? В смысле? Ты не брала, посмотрите, граната должна быть в инвентаре. Алло, что такое, блин? Да в смысле? Муся шарит. Нет, мне не показывает же. Подожди, а я ее точно скинул? У меня нету. Подожди, у кого она? Или это Найтворд подобрал? У меня нету. Ты не подобрал? Ни у кого нету точно гранаты этой. А, у меня. Нету. У меня. У кого у меня? Миньон. Да. Не, серьезно? Какие лаки, я все тут, всасываю просто каждый миллиметрик. Они идут, что писнули, вы на угаре или что, не понимаю? Я подаю, подожди, ты ее подаю спрятал? Ну я ее спрятал в яме внизу, она там лежала. Да. Я видел, что кто-то подошел, я такой типа сделал вид, что как будто меня там не было, потом возвращаюсь, смотрю, ее нету, мне показалось, там Муська подобрала сначала. Ладно, тогда что, давайте третий раунд начнем. О, четвертый. Так, уже 2000 воксвилл заработал. Получается. Серьезно? Так, что такого маленького взять? Ага, все, я понял. Так, ну, получается, четвертый раунд. Я сейчас возьми, буду делать очень жестко. Ну-ка, стройтесь в ряд. Я сейчас буду смотреть, какой у вас пистолет. Если у одного хоть обнаружу клок, будет расстрел. Ну-ка, показываем. Береты, хорошо. Дикл? Никакого, я сразу нет. Выкидываю. Так. Я ну ладно, а ладно, у нее глок был вот этот. У нее береты, да. Ты понимаешь, Лех, пока ты прячешь, я их тут... Чё? Она запугивает. Да, их запугиваю. А чё там, чем ты их запугиваешь? А потому что кто-то глоками кидается мне в спину. Ага. О, нашел место. Все, имба, спрятал. Так, кот пошел. Куда ты, подожди, кот пошла? Кто-то пошел, казашка. Ладно, это я. Она хотела чуть-чуть смышить, я понял. Короче, смотрите, это у нас какой уже раунд? Сейчас у нас... Блок, я тебе сейчас... Четвертый раунд. Два раунда убери. Да убрал, я все убрал. Так, у нас... Получается, 2000 воксвилл заработало, да? Да. И 1000 клим. Да. И сейчас кто-то заработает 1500, получается. Да, ну все, погнали. Сколько? А это ластовая? Нет, это не ластовая. Я не верю, что он там. 100 пудов. Вот я 100 раз туда хожу, я должна там что-то найти. 100 пудов. Я ж не зря 100. А что ты спрятал еще раз? Скин. Какой? Обычный. Ну да, пистолет там. А, ну пистолет, да. Вообще, да. Ах ты, Миш. Опять что-то мелкое пистолет. Спрятал где-нибудь? Почему мелкая? Ну мелкая. Меня выкинуло, блин! О май гад! Что ты спрятал? Юз Генезис я спрятал! Я нашла! Муся нашла! Я серьезно? Свидетель. Да, за дверью ты его спрятал на Бэпленту. Ну хоть раз, Муська! Казашка, ты вообще найдешь хоть один скин мне, вот интересно, и на двор? Я хожу в одно и то же место, я не могу ничего найти. А зачем ты в одно и то же место ходишь? Ну потому что по закону моей неудачливости, если я пойду в другую сторону, ты в той стороне спрячешь. Так, Муська, запиши себе, что ты 1500 голды. Слушай, прикинь, у меня такое предчувствие, что как будто к концу ролика больше всех заберет Вуксвилл. Так нечестно! Мы, кто у нас еще? Есть же Челикс, который еще ни одного... Найтворк. Вот Найтворк и я, мы бедные. Так, вы там на базе сидите, я потому что мы уже ищу место, где бы мне спрятать скин. Вот, я думаю спрятать калаш. Кто его найдет, тому его и солью. Куда бы спрятать этот скин? Наблюдайте, откуда он выйдет. Там сразу понятно, откуда он спрятал. Чего ты взял? Что если я откуда-то выйду, сразу понятно, что я там спрятал. Ну это дефолт, Лёш. А, это не Лёха? Подожди, а где Лёха? Ха, еще не пришел. Вы на базе? Не дай бог вы там где-то лазите, я предупреждаю. Построимся, чтобы он сразу нас не нашел. Вы что, спрятались там где-то? Так, этот раунд тоже на 1000 голды, если что. Так, где вы? Блин. О, кстати, давайте заодно проверим тут подсадку, можно сделать? Ой, я не знаю, у тебя ж высокие прыжки, действительно. Ладно, ищите скин, ищите скин, идите. Так, а я забыл, сколько я дам голды. Не болит мою сторону. Косарь голды дам. Нет, кстати, если что, я не калаш спрятал, шучу. А что спрятал-то? Гранату. Да ты задолбался своей гранатой. Ну опять в жопе мира где-то спрятал, опять я сейчас не найду, блин. Все такие скорострелы, все такие... Я нашла! Реально нашла! Ну хоть раз, казачка, нашла гранату! Я получила! Хочу еще ведь... Сколько получила? Слушайте, сколько? 5000, говоришь? Тысячу!
5000, какие 5? 5000, именно в этом раунде 5000, вы представляете, ребята? Какие 5000, алло, какие 5, блин? Короче, ладно. Давайте, знаете, что еще сделаем? Давай. Я думаю, в этом ролике, если мы соберем 5000 лайков, да, то я возьму еще подписчиков в следующую часть. Если соберем много лайков, вы поставите дофига лайков, и, ну, будут хорошие просмотры. Почему бы нет? Как вам такая идея? Так, я ищу пока место, куда еще спрятать. Давай, типа, я вот что-то говорю, а ты такая пылесосишь, а я сейчас скажу вам такую секретную инфу про новое обновление 0.40.0. Это что было? У нее реально там сверлит? Выключай там сверло! Вы просто не представляете, там такое, я надеюсь, что все слышали. Я говорю, вы готовы к следующему раунду? Да. Все, ищите. А что искать, Скин, гранатку спрятал. Опять гранату, ты со своей гранатой, что ты там? А что нет, именно грену спрятал, ни флешку, ни дым, ни смог. Я нашел это. Ты серьезно? Стой на месте, где наш... Реально нашел! Какой мышь? Смотри, я ее так спрятал! Я так спрятал ее! Ты ждал эту нычку? Не, серьезно. Блин, я так бесполезно. Что так быстро ищете? Ё-моё, блин! А что ты так очевидно прячешь? Да в смысле очевидно? Она серенькая, маленькая такая. Я ее туда заныкал, думал, никто не найдет там. Не, слушай, я бы не сказал, что на новом расте можно что-то нормально прям так спрятать. Я предлагаю последний раунд. Так, последний раунд. 10000 голды. Ага, что сразу 100000 голды? У всех голдпассы есть? Да, можно уровни. Что, реально у всех голдпассы есть? Нет. Давайте на голдпасс, либо на 10 уровней, окей? Договор. Пойду искать. Блин, куда бы его так заныкать? Не могу, я не знаю, куда скин спрятать. Ну, серьезно. Так ты поищи прям такую нычку, чтобы не сразу. Хочешь, я тебе помогу? Хочешь, я не буду участвовать, я тебе помогу? Я тебе отвечаю, если бы я прятал, я бы столько нашла бы, я тебе отвечаю. Просто столько нычек. Я и так очень-очень пытаюсь хитро спрятать. Так, готовы все? Сердечко, да, готов. Смотри, сейчас я к вам бегу. Короче, рейд! Какой? У кого? У человека какого-то дикого рейд. Серьезно? Серьезно, ребята, посмотрите! Офигеть! Все, зарисовали! Давайте, погнали искать! У вас осталось 4 минуты, блин! Быстрее! Ищем флешку! Ищем флешку! Gold Pass, либо 10 уровней! А кто умер? Муська почему-то умерла. О, ну значит судьба так. Конкуренция не прощает. Наташка, ты туда еще не запрыгнешь. Леха, скажи, я на правильном пленту? Да. Главное, чтобы они сейчас не пришли. Ёперный театр. Главное, чтобы они сейчас не пришли. Господи, помилуй. Боже, помилуй. Ну где? Куда ты ушла? Чё, а чё, здесь, там? Ну, было рядом. Быстрее! Было так горячо. А где остальные? Почему? А почему никто ничего не говорит? А я не знаю, чё все молчат? Вы ищете гранату потеем, или чё? Потеем. Да, я потею, я ищу. Я пошёл уже. Боже, Лёха, куда ты спрят? Где? Нет, уйди отсюда! Чего? Ну ты где? Дай мне подсадку. Мне кажется, он нас байтит. Договаривайся с кем-то другим. Вика. Филим, ты где? А, я понял. Тут нужно работать сообща. Леша. Пацан. Вон, Клим, смотри, сейчас Клим заберет. Я же первого убила. Так надо забрать. Ты не того убила. Это Максим. У вас осталось 4 минуты договориться. Немцы не договариваются. Прости, Вика. Почему, честно? Дай подсадку. Сад, я поделюсь. А не пробовали подпрыгнуть и на F нажать, ну тебе подобрать ее? Не получается. Да, нет. Разобрал. Ты забрал? Он забрал, он смог, я же говорил. Вика, прости, пожалуйста, я думала, что ты засранец Клим. Прости. Спасибо. Вика, прости, пожалуйста, прости. Так нечестно, я первая ее увидела. Что за фигня? Что за скам? Ну-ка. Во-первых, так, а теперь по фактам говорим. Во-первых, с какого хрена туда нельзя залезть. Ты подпрыгнуть должна была и подобрать на F. Ну, типа, кто с компа на F? Не работает. Опа. Да, я попробую подобрать. А что у тебя пробел не работает, объясни. Нечестно, я предлагаю еще один раунд. Согласен. Ладно, хорошо, давайте доп раунд, убивай меня. Тем более Муся вылетела. Доп раунд, да, тем более Муська вылетела, я убила нечаянно Луксвилл. Но он все равно забрал голд пас, либо 10 уровней. Тут вообще без вариантов. Так, ластовый раунд, я прячу также на гранату. Я нашел очень крутое место. Короче, я жду от подписчиков тоже нычки. Можете мне на почту отправлять ваши нычки. Лех, кто тебе скажет за бесплатную нычку, ё-моё?
Нет, я в плане, что этот... Да-да-да, верим. Кто знает, тоже какие-нибудь нычки, если вдруг... Так, давайте у вас 14 секунд, 13, и вы пойдете искать. Сергей, что рисует, хорошо. 5, да? Спрятал, да? 4, 3, 2, 1. 1000 голды, 1000 голды, нормально. О. Чувак, ищем! Если ролик 5000 лайков наберет, я возьму подписчиков и им сделаю главный приз 5000 голды. Ни хрена себе. Кто найдет на месте, стой, просто скажи, я нашел и стой с ней, хорошо? Окей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вы тут близко. Где, кто, опасно, где, опасно, 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 кто? Опасно. Где, где? Опасно, Бэплэнд вообще опасный. А где Хадсон трендит? Я же трендю. Тварь. Слушай, мне такое причем, что она найдет эту гранату. Причем, она, понимаешь, она на таком виду просто, на видном месте. Реально. Даже без худа ее можно убить. Она не на ящике, причем с ящики. А, я понял, стой, я понял. Я понял. Что ты понял? Где ты понял? Я не могу, я все уже обыскала. Ну, казашка думает правильно, кстати. Я прочитал, Леша, я же говорил, на ящике. Что? Где? Я нашел! Серьезно? Вот тут. Самая читаемая нычка. Она прям возле вас была, она прям возле вас. Я тут 3 раза бегал, только на третий додумался на ящик залезть. Короче, я предлагаю уже идти вам голду отдавать, что думаете? Пошли. Согласен. Ну, let's go, убивай. Меня. Кто сколько заработал? Получается 2000. Паттерн только, пожалуйста, выставляйте кинские. 10 000 заработал. Комай. Не, еще, я что ли комиссию продумал? Нифига себе. 10 тысяч, получается, смотри, за 10 000 выставляют, так 9. Какие 10 000? Какой так 9? Глок. Ты что, охерел, что ли? Так, я выставил МАК-10 Арит, 262 паттерн с наклейкой. А у тебя... Какой Арит? Нету такого с наклейкой? 200... Какой паттерн? 268. 268. За 2000 ты что, 20 кино нашел? Вообще-то да. Ну ладно, хорошо, потом голду мне вернешь, понял, модератор? МАК-10 короче, паттерн 316 с наклейкой, 1000.39. Ага, купил. Так, Музика нашла тоже скинж, да, по-моему? Да, за 1500. Юсп Гост у нее за... Юсп Гост 559 паттерн с наклейкой, как у меня. Я не вижу паттерн такой, 559. Статрек или обычный? Музика, обычный. Обычный. За сколько ты его выставил? Я не слышу, что выставить? А, да, за 1500 же. Воксил, ты там что выставила? Давай говори тоже. Не смотри, подожди. Вика, что у тебя там? Такой же скин, один в один, юз. Так, 907-й миньон купил. Да блин! Казашка, у тебя какой скин? У меня такой же, 2000. Ой, ах, паттерн какой. Леха замолчал, надо было его заскамить. 907-й паттерн. В смысле заскамить мне надо было, алло? Так, и у нас получается тоже голдпасс сюда выиграл. Леха, купи. Да, нейтворк. А, ну все, голдпасс я сейчас тогда после ролика уже буду покупать, потому что долго, пока я зайду, пока туда-сюда. Короче, я потратил в ролике сколько? Подожди, что-то я не понял. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500 голды. Ёп тудей. Короче, дамы и господа, 5000 лайков, и я также в ролик беру подписчиков, тоже будете искать с дискордом, скины буду прятать, но на другой карте. Да, 5000 лайков, если вы любите котиков. О, началось. Все, всем спасибо за просмотр, всем а-ля ведерчи, пока-пока, гудбай. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.